Внезапная метель уже не удивляет самарцев. В этом месяце снег ложился 5 раз, но долго не задерживался. Сложно припомнить, чтобы в ноябре было так тепло. В 60-х, начало 70-х годов, в ноябре уже морозы стояли, и снег был валом. А сейчас погода поменялась как? Сейчас должен идти снег и лежать, он уже вообще должен, по идее. А круглые сутки дождь шел. Сутки дождь шел вчера. Или снег, или дождь. Вот так мы только каждый день живем. Погода преподносит сюрпризы буквально каждый день. Я вот, например, не успела переодеться из осеннего пальто, ведь вчера в городе было плюс 10, а сегодня Самару заметает. Впрочем, снег через несколько минут начал таять под каплями дождя. Кажется, непогода в этом месяце действительно в моде. За весь ноябрь солнце светило лишь 10 часов вместо положенных 47. А в среду побит температурный рекорд. Так тепло в городе не было последние 80 лет. Так что же происходит в небе над Самарой? Мощный циклон. От этого циклона фронты, разные участки, холодные, теплые сектора фронтов, поэтому снег, дождь, мокрый снег. У нас период как раз переходный от осени к зиме, поэтому, в общем-то, такая погода характерна для этого периода времени года. Такая же переменчивая погода ждет нас ближайшую неделю, но в выходные солнце все же покажется из-за туч. Температура днем от 0 до минус 7. В первых числах декабря потеплеет и снова осадки. Валерия Макарова, Алексей Золотенков, Григорий Плешаков. События.